Распускается чубушник у меня вот уже. А он такой красивый. Сейчас покажу. Ой, ну засранец. Ой, ну как я люблю на него смотреть, когда он спит. Такой смешной. Такой смешной. Ой, ведро надо унести. Сейчас поставлю ведро. Тут возле теплички Лёшек будут поливать. Вот, смотрите, чубушник расцветает. Много будет цвести в этом году. Вот такой вот полненький. Ой, как пахнет, пахнет. Вон, видите, такой. Красота. Так, а тут уже пошла тля. Опять надо брызгать. Ну, что ты будешь делать, а? Сейчас я эту веточку вот так отломлю. Рассадник этот еще есть. Вроде больше не видно. Вроде больше не видать. Что вы, девочки, что вы? Ой-ой-ой. Не-не-не, не вылезайте. И пойдемте, я вам вкусняшку дам. Пойдемте, пойдемте. Так, по поводу зарослей в курятнике. Спрашивают, что у вас за заросли в курятнике? Это крапива растет. Вот так, красивые кустики растут. Какие заросли? Заросли. Так вот курочкам, если коршун пролетает, им есть куда прятаться. Внутрь. Вон скоро лопухи поднимутся, тут лопухами еще зарастет все. Да, у нас так каждое лето. А что здесь? Танцевальный зал, что ли? Это курятник. Сейчас дам. Цыпа, 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 цыпа. Идите, дам вам вкусняшку. Давайте дам вкусняшку. Ай, они знают, что будет вкусняшка. Давай. Давайте. Собирайте. Так, а где еще одна серая? Сидит, что ли? Гоняет еще все равно. Но Педро уже не гоняет серых. Подождите, подождите. Скоро они вас будут гонять. Они отыграются на вас. Ага. Что, разве не красиво вот так, когда куст крапивы? А это, а ты где бродила? На, иди. Убегает. Ладно, хватит вам. Все любят вкусняшки, да? И собачки выглядывают вкусняшки. И котейки, и курочки. Да, все, все, хватит вам, хватит. Хватит. Ой-ой-ой-ой-ой. Разговаривают. Что там у вас уже? Ну-ка, покажите. Ну-ка, покажите. О, два маленьких уже лежит. Уже лежит два маленьких. Хорошо. Умнички. Умнички, девочки. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Все, да. Угу. Все, понемножку. У вас есть та травка, клюйте. Да? Все, Педрито.
Занимайтесь там. Барин сидит. Плотник, столяр. Что вы говорите? На дождик, наверное. А зачем ты в 3 часа проснулся? А я в 3 часа уснула. Да, Лёшек спит до 3 часов, я после 3. И нормально, да? На двоих хватает. Ой. Отпилила себе 3 дощечки такие, мне надо будет. Вот. А куда шла, забыла. Куда шла? По пути увидела вот здесь вот эти дощечки подходящие мне. И сделала то, что мне надо было сделать уже давно. Вот. А куда, а что хотела сделать, я уже не помню. Что-то хотела. А, подвязать хотела эти, за колышками шла. Вот, колышки мне надо. Колышки маленькие мне нужны. Где я видела? Где-то видела колышки. Тут вот, тут видела. Подставляла под ирисы. Под ирисы. Что такое? А? Лилюша, иди там, ляжь, лежи. Ну, я понимаю, я бегаю, и ты за мной бегаешь. Ты уже устала. Да. Ладно, все, подвязала. Здесь у меня клематисы. Любочка мне прислала. Вот 2 пошли. А один вот тут вот не пошел. Но я, она прислала 2, а я один кустик разделила. И вот тот, который отделила, не пошел. Ну ладно. Ну что, Алешенька, как у тебя делишки тут? Неправильно что-то? Илюш, иди домой. Иди, девочка. Иди, давай. Загнала, она бежит. Давай, давай. Иди, там прохладненько. Без чего? А. Эх. Все, готово. Как-то там подвязала. Вот. Пускай плетется по забору. Немножко наверх. Может, сюда будут свисать. А это по забору. Все. Все, тенечек. Уже жарко. Было 26. Ветерочек такой хороший. Хорошо на уличке. Хорошо. Ой, я сегодня, ребята, так довольна собой. Я такое дело сегодня сделала. Просто вот. Ах. Клумбу почистила. Так, остался у меня лук и чеснок. Все, сейчас иду почищу хоть немножко. Сколько успею. Чесночка. Алешек уже там все. Да? Ты уже все, да, Лешек? Да. Выкинуть. Повыше чуть-чуть. Ты же уголок будешь туда лепить, чтобы он, чтобы было ему куда опереться, этому уголку. Блин, кривая. Да ладно, там не будет видно. Ты же уголок поставишь.
Ну да. Ну вот. Только вот, чтобы на одном уровне с этим, с подоконником, как здесь вот, как здесь, так и там. Там немножко ты затянул, зачем-то, я не знаю. Где? Ну вот, опустил вниз, зачем? Вот эту? Да. Не знаю. И я не знаю. Ага. Ну. Да поставим. Тут вот ровненько ты пошел, прям красиво. А тут вот. Мне неудобно, тут это я не могу. Так давай отставим. Ты что отставлять? Я уже все приклеил. Ну так надо было отставить, и было бы удобно. Приклеил. Могла приклеить. Да ладно. А, ничего не прибываю. Прибиваю уголок. Да и хватит. Все, не успею, значит, я сегодня пойти почистить лук. Какой? Ну, какой? Завтра. Завтра. А завтра хочу что-то тебе испечь. Да у меня пока есть, ничего не надо. Ничего не надо. Ну, хорошо. А потом воскресенье. В воскресенье я не буду ничего печь. Сегодня у нас пятница. Сегодня у нас пятница. В воскресенье ничего не буду делать. Вот так. Буду отдыхать. А тебе кажется. Весь день. А тебе кажется. Каждое воскресенье я так хочу отдыхать. О, а ну. А я не прилажу его. Не получится. Почему не получится? Не так отрежь. Ну что, я сейчас резать буду? А что ему там? Где ножницы? Ножниц нет. Вот ножницы. Ага. Ну а что, тебе хочется завтра еще возвращаться к этому? Сделай все сегодня. Подержать? Да. 26 градусов у нас. Тени. Не режет? Режет. В тенечке, да, 26 градусов, хорошо. Не так, как я хотел. Почему? Блин. Да туда чуть дальше его продвинь и все в ту сторону. Там будет все равно за буфетом. Надо было, Алеша вчера приезжал, вытащить вот эти вот картонки. Okay. Вот из-под этих. Он завтра приедет, я вытащу. А, он завтра приедет? Нет, а, ну хорошо. Приедет. Блин, завтра-то надо все покрасить. Да. А вот видишь, тут неправильно. Тут надо вырезать уголочком. Вот да. Так вот. Вот я сюда. Я уголочку сделаю. Нет, вот здесь вот, вот. Уголочком. Ты ж тут тоже будешь вот так? Что, ставить? Да. Ну да. Ну. Ну. А как ты его будешь ставить? Молча. Молча? А здесь я думала просто сделать уголочек вот так вот. Вот. Зачем? И на уголочек. Ну, обычно так делают. А как ты сделаешь? Не режь. Почему? Подожди. Чего? Ну, а как ты вот эту приложишь? Так и приложу сейчас. Ну, ладно, делай. А, вырежу и все, и так. А, ну прикручивать тогда не надо. Хорошо. Просто вырежь. Или ты будешь клеить его? Клеим, там какой-то есть клей. Это потому, что я сначала покрашу, а потом уже уголки конечно, набьем. Да? Конечно.
Конечно, они не очень подходят. Да, боже мой, что с него стрелять? Да, мама моя всегда так говорила, что с него стрелять? Вот так. В чем мы? На выставке, что ли? Мы в деревне. Вот будет красота. Вот посмотрите, вот как покрасится вот это вот все. Будет красота. Говорят, Лешек, надо было красить в серый цвет. Буфет. Ну, ребята, серости и так хватает в нашей жизни. Так и будет. Ну ладно, как будет. Так и будет. Как будет. Поэтому никогда в жизни я бы не покрасила вот это вот в серый цвет. Да, ну, никогда так, в жизни. И так тоскливо. Ага. Да нет, не то что тоскливо, но серый цвет. Вот представь, гляньте, какая красота. Представьте, вот это все будет серое. Это что? Это фигня какая-то. Конечно. Красивый цвет. Да. Летний. Лето же на улице. Лето. Ну ладно. Ну вот, и видишь? Чуть-чуть продлить. Вот видишь, некрасиво как. Колебал, покинь. У нас же есть тут вон помойка. Ведро мусорное. А-а-а. Вон, выкинь. Надо вот такое было. Конечно. Сюда продлить надо. Почему я тебе и говорила, там уголок нужен. Какой уголок? Вот так вот, чтобы сходилось все. Ой, уже 22-го, уже обедать пора. Да ничего, успеем. Успеем. Тебе понравилось, Лешек, мастерить вот эту штучку? А? Не знаю. Я первый раз. Ну, интересно, правда? Да. Видишь как? Бери и делай. Главное, чтобы было желание. Ты, блин. Что? Это не замануха. Ну, бери и делай. Вот. Все вот так вот. Главное, чтобы было желание. Оно все потихонечку вот так берется и делается. Ай. Так и интересно же, своими руками. Вот смотри, такая красота будет. Первый раз Лешек смастерил такое. Молодец. Покраситься будет классно вообще. Такие мрачные картины рисует Лешек. Вас тут комары съедят, вас мухи заедят. Ой, не говори. А что делать? А что делать? Не знаю, что у меня в мастерской помогу, что не бензин любит запах, что ли. Нет, там у тебя прохладно, они прячутся там. Они любят, где прохладненько. Чтобы не на солнце. Так, Лешек, а когда же мы с тобой заплывем, поплаваем? Когда-нибудь. Может, в воскресенье? Как погода. Как погода будет, да. Вот так вот рассчитываешь на одно, а дождь пойдет и внесет свои коррективы, да? Конечно. Да. Небо какое голубое, не серое, голубое. Ой, какая погодка сегодня вообще замечательная. Давно у нас солнышка не было, да? Да. Да, Лешек, да? Давно да, я что-то не дакала. Да, да. Что-то дакалка у меня сломалась. Тебе в этих очках еще хорошо видно? Да. Да? Что ты там краишь? Сейчас накроишь.
Примерка. Примерка. Что? Большая. Ну, отрежь. Да тут дурак. Ну, да ладно, Лёшек. Ну, а ну-ка дай-ка мне. Чего дать? Блин. Это нормально. Пойдем. Тут можно чуть-чуть вот подрезать. Вот тут вот. Вот отсюда. Чтобы оно чуть-чуть на вот эту заходило. Ну, вот так. Вот. Так будет? О, все. Ну, ладно. Ладно, пускай будет. Пускай. Вот. Все, порядок. Да? О, красота. Все, завтра я крашу. И лепим. А там есть у нас жидкие гвозди. Можно на жидкие гвозди. Там много всякого у нас есть. Да? Конечно. Конечно, конечно. Вот это тоже надо что-то с этим делать. Вот пену эту закрывать, пока она не посыпалась. Лиля, ну что такое? И да. Там, не там, и там, не там. Что ты квикаешь? Где ты там? Да я видела. Не воздух. Ну, воздух. Ну, почему он там оказался, я не знаю. Вон. Вроде ж сухо было. Все сухенькое было. Что вздулось, не знаю. Угу. Да и ладно. А тут бумаги. Положится клеенка. Ничего. Может, дождь попал. Не знаю. Ну, ладно. Ладно. Что? Сейчас идем домой. Сейчас уже идем домой. Так, все на сегодня, да, Лешек? Сейчас на помойку, что еще на помойку? Не знаю, да вон ведро выброси. Да, я вон там вышел. А. Некуда было тыкнуть его. Цветочек посадила. Вон, капусту вот эту вот декоративную. Места много. Но, ребята, вот этот пырей, я уже 100 раз пожалела, что я там клумбу сделала. Yes. Вот там, где я сегодня траву дергала. Блин. Пырей этот лезет же, как зараза лезет. Ты его дергаешь, а он все равно лезет. Ты его дергаешь, а он лезет. И причем же он же не вырывается, все корни остаются внутри. Тетики, 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 тетики. Ай ты, борода белая, красивая такая. А тут рыжая, рыжая такая. Как лисичка. Да, Варюш? Ай ты, Варюшка, два ушка. У нас Лилюшка два ушка и Варюшка два ушка. Лиза под Лиза, а Митяй я не придумала. Митяй толстопузый. У Митяя хороший аппетит. Все, да, Алешенька, будем прощаться. Все, спасибо. Спасибо за внимание, да? Да. Спасибо, Лешек, сегодня молодец, прям вообще молодец. А вот еще дощечка, вот эта не нужна тебе? Да. Лешек, спасибо тебе. Ты молодец. Ты молодец. Только будет покрашено.
Надо нам сюда еще повесить часы. Часы еще надо. Ну, конечно, надо обшить, а потом повесить. Но без часов плохо. Вот так вот глянул и есть. А у нас нет таких часов. Надо покупать. Уличные часы какие-то. Ну, ладно. Ладно, ребята. Хватит на сегодня. До завтра. Завтра у нас суббота. А завтра я буду снимать на понедельник. Так что, ребята, до понедельника. Лёшик, до понедельника мы прощаемся. Пока-пока. Не скучайте.